здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот таким образом, нехитрым, снимается мембранная панель с печи Prevent, ну, любой модификации. То есть просто она берется и сдирается. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и мы можем много чего рассказать. Новая панель выглядит вот таким образом. И мы ее потом установим. Самое главное, это правильно зачистить поверхность. Потому что клей от старой, он всегда здесь присутствует. Итак, печь Revent, замена мембранной клавиатуры. Ну что, мои дорогие друзья, панель установлена, печка в работоспособном состоянии. Как говорится, кому-нибудь мы можем помочь. Всегда рады. До новых встреч. Всего доброго.